Всем привет! Сегодня у нас 17 июля, станция Краснодар-1, куда в самое ближайшее время прибудет первый поезд по маршруту 174 Евпатория-Москва. Прибыл скорый поезд номер 174 с сообщением Евпатория Москва под ЭП-1М, хотя должен ходить под ЭП-20. Видимо, опять что-то там такое случилось с двадцаткой, что на помощь пришла синяя единичка. Вчера прибыл поезд Севастополь-Москва, и пассажиров на нем ехало так значительно побольше, чем на поезде из Евпатории. Поезд выходит в 21:50, в Москву прибывает где-то в 8:23, а в Краснодаре он в 10:30 и стоит 5 минут.
Thank you.